Конкурс «Юный век» объединяет три краевых состязания – «Звонкие голоса», «Коллектив года» и «Молодые дарования Кубани». Учащиеся общеобразовательных учреждений демонстрируют свои вокальные и танцевальные данные, а также таланты в художественном чтении, изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве. Так, в прошлом году звание «Серебряный голос Кубани» по итогам конкурса «Звонкие голоса» получила сочинская исполнительница Мария Нежданова, воспитанница Центра дополнительного образования «Хоста». В этом году учреждение выдвинуло на участие порядка 30 вокалистов и 7 танцевальных коллективов. Из них 4 довольно известные в городе – «Имерети», «Импульс», «Мечта» и «Микс». Они принимали участие в мероприятиях во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Районные этапы уже прошли в поселке Лазаревское, Центр доп. Образования «Радуга». Вчера состоялся районный этап в Центре дополнительного образования «Ступени» Адлерского района. Конкурс прошел в поселке Дагомыс, Центр детского творчества. Остался Центральный район, Центр внешкольной работы. И 22 апреля городской этап. Зональный этап правильно называется, потому что в состав зоны входят учреждения дополнительного образования поселка Новомихайловский, поселка Джубга и города Туапсе. Ребята также приедут к нам в город и будут представлять свои коллективы. Таким образом, в конкурсе примут участие более 500 участников. Победители отправятся защищать честь города на финальный этап «Юного века». Он пройдет в Краснодаре.